С наступающим Рождеством вас! До праздника остается несколько часов. Православные христиане встретят его на богослужениях в храмах, а в российских городах традиционно пройдут гуляния. Расскажу, как будем отмечать и где, но сначала поймем, когда. Тут не все просто с датами. Мы с вами привыкли считать, что Рождество, это, ну, то есть рождение Иисуса Христа, приходится на 7 января. Но издревле считалось, что Сын Божий появился на свет 6 числа. То есть сегодня, кстати, древневосточные церкви до сих пор отмечают Рождество в этот день. 25 декабря праздник встречают католики, как мы знаем, а вот Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также Украинская, Греко-католическая церковь отмечают Рождество 7 января. В рождественский сочельник православные христиане вспоминают евангельский рассказ о поклонении волхвов младенцу Христу. Восточные мудрецы принесли новорожденному дары золото, ладан и смирну. Золото было принесено Христу как царю, ладан как Богу и смирна как человеку на погребении. В иерархии праздников Русской Православной Церкви Рождество занимает 2-е место после Пасхи. В России этот праздник встречают по-разному. Одни в храмах, прачечная служба начнется, кстати, в 23:00, и мы покажем трансляцию из Храма Христа Спасителя. А другие дома, рядом с елкой, большинство россиян не убирают ее до 14 января и правильно делают. Раньше елку наряжали не на Новый год, а именно на Рождество. А звезда на макушке символизирует Вифлеемскую, ту, которая появилась на небе, когда родился Иисус Христос. Сохранилась в России традиция рождественских гуляний, программы в парках столицы и других городов обширная. Посмотрите, если решили дома не оставаться сегодня. Этот день выходной в 42 странах мира. Где-то даже каникулы длятся 3 дня. Обычно это 24, 25 и 26 декабря. Но вот интересная деталь. В Молдавии отдыхают 25 декабря, а также 7 и 8 января. Россия, вы видите, в числе тех стран, где в Рождество отдыхают один день, официально это действительно так, остальные 9 мы относим к Новому году, видимо. Вообще, в эту ночь происходят чудеса и сбываются мечты. Говорят, надо просто загадать желание. Предлагаю нам с вами проверить. Поздравляю с Рождеством, пусть все мечты сбудутся. Ждем начала трансляции в 23:00.